Всем привет, друзья! Под одним из моих роликов, который был посвящен Milwaukee M12 и сравнению его с DeWalt, вы оставили много достаточно однообразных комментариев. В этих комментариях вы пишете, что аккумуляторы Milwaukee M12, 4-амперные и 5-амперные, разительно отличаются между собой по токоотдаче. Якобы у 5-амперного она значительно, разительно выше. Соответственно, выше и итоговая мощность инструмента. Давайте сегодня с вами это и проверим, и также заодно проверим вот эту пару. 2 ампер-часов и 2,5 ампер-часов. Посмотрим, будет ли какая-то ощутимая разница. Проверять мы это будем с импактом последнего поколения от Milwaukee, модель 3453-20 и вот такими глухарями. Давайте начнем с наиболее интересующей нас пары. Это четверка и пятерка M12 от Milwaukee. Закручивать глухари буду до момента касания расходником деревяшки. Этот момент проще отследить. Вообще, до начала теста я для интереса спрашивал в нашем чате, ссылочка на него будет в описании, о том, отличаются ли потокоотдачи, мощности, эти два аккума, четверка и пятерка, и получал разные мнения. И вот сейчас у меня есть возможность проверить это самому. Кстати, я заметил, что субъективные ощущения при работе могут отличаться от реального результата. О результатах можно будет судить потом на монтаже. Пока я не могу сказать, что чувствую какую-то особенную разницу между пятеркой и четверкой. Вроде бы как пятерка пободрее, но по времени будем смотреть на монтаже. И следующая у нас пойдет тоже интересная пара. Это двойка с половиной и обычная двойка. Кстати, в данном сравнении, когда обоих аккумов не хватает по мощности, потому что элементы в аккуме не запараллелены двумя блоками по 12 вольт, 2,5 и 2 ампер-часов соответственно, а соединены просто последовательно, так как их всего 3 умещается в рукояти, вот эта разница в элементах ощущается еще сильнее. Посмотрите на действительно значимую разницу в результате. И я хочу сказать спасибо своим подписчикам за критическое мышление, за обдуманный просмотр. Именно с таким подходом к инструменту, да и ко многим другим вещам в целом, мы вместе и выясним максимально объективные, интересующие нас факты. Кстати, шуруповерт разогрелся очень сильно, держаться за него практически нереально, обжигающе просто. И так после каждого раза. Вот такие дела. В целом мы подтверждаем, что в данном случае более емкий аккумулятор Milwaukee построенный на элементах с лучшими характеристиками, что и сказывается на итоговой мощности вашего любимого инструмента Milwaukee серии M12. Всем спасибо за интерес, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего вам доброго.